Эфир телеканала «Россия» продолжают вести Ульяновского региона. Итоги уходящего дня подведу я, Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем будем говорить сегодня. По-настоящему жаркий июнь. Погода вновь испытывает ульяновцев на прочность. Что советуют специалисты? Новоселье вновь переносится. Недострой на маршала Устинова бросил очередной подрядчик. Стоит ли дольщикам надеяться на чудо? А также Виновскую рощу избавляют от застарелого нефтезагрязнения. Какой фронт работ предстоит? И ульяновские пенсионеры за здоровый образ жизни. Расскажем, как прошла летняя спартакиада для людей серебряного возраста. Испытание жарой. Сегодня стрелка термометра достигла критической отметки в плюс 35. В этот период увеличивается не только количество людей на пляже, но и число обращений в медицинские учреждения. Репортаж съемочной группы «Вестей» о том, как максимально обезопасить себя в это жаркое время. Прятаться от палящего солнца специалисты советуют дома, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями. Если такой возможности нет, то рекомендации из лета в лето остаются неизменными. Обильное питье, хлопчатобумажная одежда и легкая еда. В противном случае всегда есть угроза солнечного удара. Довольно часто в это время случаются и у детей, и у взрослых солнечные удары. Это проявляется разбитостью, слабостью, тошнотой, рвотой. Особенно это бурно проявляется у детей. Нужно, конечно, ребенка и взрослого в тень перенести, перевести, как получится. Вот. Обязательно там умыть прохладной водой. Синоптики предупреждают, все 3 месяца лета обещают быть жаркими. По предварительным прогнозам, среднемесячная температура июня ожидается выше нормы на 4 градуса. Правда, особенно тяжело придется до конца рабочей недели. По области дневная температура составит плюс 30-35 градусов тепла. В городе плюс 32, плюс 34. В пятницу с приближением фронтальных разделов запада по западу области у нас ожидается кратковременный дождь, локальная гроза. Смягчать знойную жару жители Ульяновска могут у фонтанов и на пляжах. Главное, чтобы меры безопасности были соблюдены. Сейчас на территории пляжа находится огромное количество людей, и большинство из них без солнцезащитных зонтиков. Хотя первая и самая главная рекомендация в такую жару – это находиться в тени. Несмотря на то, что основное правило не соблюдено, в остальном отдыхающие стараются придерживаться рекомендаций специалистов. Это крем против загара. Второе, как бы у нас панамки, кепки, когда ныряют, они снимают, а когда отдыхают на песке, согреваются, это обязательно ношение головного убора. А нормально переносите вообще жару? Да, отлично, ждем ее 9 месяцев. И всегда летом никуда не хочется ехать, хочется на нашем пляже проводить, в нашем регионе. Чем жарче лето, тем выше вероятность трагедии на воде. Прошлый купальный сезон унес жизни 24 человек. Охраняют территорию пляжа спасатели, которые дежурят круглыми сутками и проводят профилактические рейды. В очередной раз напоминают, что заплывать за буйки не стоит. Риск слишком высокий. И есть патрули, когда мы выходим на воду. Когда погода, допустим, плохая, мы выходим, пешие патрули у нас, разговариваем с людьми. Также мы объясняем это и рыбакам на водах, когда выходим, они на катерах выходят с детьми, мы также выдаем им брошюрки. Принимать весь жар на себя на пляже или уходить в тень – личный выбор каждого. Самое главное – насладиться летом и обязательно, без ущерба для здоровья и окружающей среде. Мира Акопова и Юрий Давыдов. Вести, Ульяновск. Недострой на маршала Устинова 25 покинул очередной подрядчик. В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Из рук в руки объект переходил уже неоднократно, а дольщики все это время не перестают искать правды и с нетерпением ждут развязки запутанной истории. Репортаж Артема Петрова. Не переживайте, все будет. Несколько лет подряд одно и то же присылают, только меняют даты. Это лишь одно письмо из огромной кучи бумаг, которые за 8 лет скопились у Альбины Грицковой. Ипотеку на квартиру в новом доме она взяла в 66 лет. Долг перед банком уже погашен, но ключи от обещанного жилья до сих пор не получены.
Очередной подрядчик покидает строительную площадку. Изначально банкротом был признан КПД-1, после чего возведение дома заморозили на уровне 13 этажа. Достроить многоэтажку взялся подрядчик из Чебоксар, но в итоге захищение средств был отправлен за решетку. Третьим на объект зашел застройщик из Татарстана, но спустя время прокуратурой снова выявлено нецелевое расходование. Вследствие данных незаконных действий причинен ущерб около 80 миллионов рублей. По результатам рассмотрения, направленных прокурором района материалов проверки по данному факту, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество, совершенное в особом крупном размере. С каждым новым подрядчиком у людей появляется надежда на скорое заселение в долгожданные квадратные метры. Но время идет, а недобросовестные строители меняются, словно перчатки. С 2017 года вот ждем уже свою квартиру наконец-то. Жилье не строится. Нас недобросовестные, как говорится, фирмы обманули, кинули. В областном фонде защиты прав дольщиков сообщают, сейчас есть два варианта. Либо найти единственного застройщика, который готов сдать дом, либо снова объявлять тендер. Но тогда сохраняется шанс, что история с уголовными делами повторится. Это затянуться может бесконечно долго, поэтому на сегодняшний день вот у нас потрачено практически полмесяца, почти месяц на поиски подрядчика. То есть мы предлагаем варианты, то есть говорим, заходите на объект, вот есть деньги, есть финансирование, есть проектная документация, но основной аргумент, по которому сегодня подрядчики не заходят на этот объект, не берут этот объект, это отсутствие свободных, скажем так, ресурсов по людям. Один из возможных вариантов восстановления прав обманутых дольщиков – уход на компенсационные выплаты, но люди настаивают на другом, долгожданном исходе. Не очень хочется, чтобы нам сдали этот дом, никаких выплат нам не нужно, потому что сейчас жилье, вы посмотрите, все вокруг отстроено. После нас отстроено 8 лет. 8 лет я жду это жилье. 8. И нет, как ее, никаких сдвигов, одна только отписка. На сегодня в доме уже смонтировано 17 из 18 этажей, а в общей сложности строительство завершено на 70%. В обозримом будущем, если начать работать, то есть это 5-6 месяцев, то есть это реально, в принципе, закончить этот объект. Сейчас фонд продолжает активные поиски подрядчика, который возьмется за достройку дома на маршала Устинова. Если в ближайшее время найти его не удастся, объект снова придется выставить на торги. Артем Петров, Ксения Грищенко, Дамир Губеев и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. В Виновской роще сегодня продолжают расчищать грунт от 2,5 гектаров загрязнений нефтепродуктами. Они копились десятилетиями. Ход работ проинспектировал глава областного кабинета министров. Игорь Кранцев продолжит. Буквально 100 метров от частных домов поселка Винновка, и это уже не город, а самый настоящий лес. Та самая роща с гончаровскими местами и, конечно, родниками. Вот только состояние некоторых из источников вызывает вопросы. Почва загрязнена нефтепродуктами. Объем загрязненного грунта, согласно официальным данным, 23 тысячи тонн. Сюрприз основной, собственно говоря, тот вопрос, который в настоящее время находится в проработке, это несколько увеличена площадь загрязнения, поэтому и сейчас ставят вопрос о вывозе дополнительных объемов грунта. Проблеме, которую решают при помощи проекта оздоровления Волги, нацпроекта «Экология», уже не один десяток лет. Самое главное, что удалось выяснить причину загрязнения уникальной природной территории и разбить план работ на несколько этапов. Готовимся к новому объему загрязнения. В настоящее время у нас проходят изыскательские работы, и далее будет проведена экспертиза. Соответственно, то, что было, конечно, это огромный накопленный пласт нефтеотходов, которые у нас появились там в 70-80-е годы. Задача на этот год – установка специальных фильтров и каптажной системы. Это позволит очищать воду как минимум на двух участках. В Волгу она будет попадать уже чистой. Региональное правительство называет проект одним из приоритетных. Стоимость работ – более 250 миллионов рублей. Завершить все начатые работы в прошлом году по данному нацпроекту с тем, чтобы действительно здесь выявлены были многочисленные источники загрязнения, с тем, чтобы действительно ликвидировать. А в этом году наша задача завершить все эти работы. Основные работы должны закончить в теплое время года. Подрядчики заверили, что проблем возникнуть не должно. Владимир Разумков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на такую уверенность, контроль за ходом работ будет по-прежнему строгим. Масштабное благоустройство станет заключительным этапом работ в лесной части парка
парка «Винновская роща». Процесс обещают сделать максимально экологически сберегающим, а результат с учетом пожеланий местных жителей, которые бывают в парке. Молодые сердцем и душой в областном центре провели традиционную летнюю спартакиаду для любителей спорта серебряного возраста. Организатором выступило региональное отделение Союза пенсионеров России, а поддержку оказали Министерство спорта и политех. Более 100 участников и 18 команд. Организаторы признаются, эти люди легки на подъем и готовы участвовать не только в зимней и летней спартакиадах, а и в весенней с осенней, если бы таковые были. Наша молодежь, она должна равняться именно на вас. Вы задаете темп, они смотрят на вас. Могу даже привести пример, что студентов тяжелее собрать, чем вас на мероприятии. Поэтому хочу вам пожелать огромного здоровья. Нынешняя спартакиада 14-я по счету. Если в 2010-м при проведении первой у организаторов еще были какие-то сомнения, то со временем они отпали. Это та традиция, которая прижилась. Те участники, которые и в этом году принимают участие, а такие есть, они были молодыми, они участвовали в самом начале становления спартакиады. И приятно сегодня уже многим за 70+, и они также участвуют в этой спартакиаде. На старт, к линии подходим. Внимание! Марш! На стадионе хозяйничает королева спорта – легкая атлетика. Но поклонники здорового образа жизни сильны и в других видах. Поразить мишени можно не только в стрельбе, но и в дарте. И с дротиками порой даже сложнее. Ну а участникам турнира по настольному теннису, возможно, не всегда хватает мастерства. Но с желанием и стремлением полный порядок. Здесь даже участвуют семьями. Михаил и Галина Зубрилины, например, приехали из Новопогорелого Корсунского района. На летней спартакиаде мы участвуем впервые. Мне лично приходилось участвовать и на зимних спартакиадах. Это для нас образ жизни. Мы с женой спортивные люди. Я работаю в школе. Жена меня все время поддерживает. Занимаемся многими видами спорта, в частности волейбол. Лучшие получат шанс проявить себя и на спартакиаде всероссийского уровня. Однако, вне зависимости от итоговых протоколов, это те соревнования, где нет проигравших. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. На этом все вести. Новости всегда доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на официальном сайте ГТРК «Волга» и в наших социальных сетях. Оставайтесь с нами. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области от 14 до 19 градусов тепла. В Ульяновске плюс 17, плюс 19. Завтра днем по области от 30 до 35 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 32, плюс 34.